Вы снова ощущаете тревожность? Это не тревожность. Галлюцинации. Джалала не было в городе, но я видела его под дождем. У вас есть фотография мужа? Они не просто на нас похожи. Мы буквально как двойники. Что это? Задавай вопросы, на которые существуют ответы. Когда ты смеялась, ты так напомнила мне мою жену. Ну, это очевидно. Да, но она так больше не смеется. Ты совсем не знаешь Махсена. Приведи свою жизнь в порядок. Если я брошу таблетки, я совсем свихнусь. Я буду рядом и не допущу этого. Ничего не выйдет. Махсен. Ты не знаешь, кто я? Ты его отец? Вы двое идеальны, а я просто ошибка. Что бы это ни было, оно нам не подвластно.